Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 29 июля. Прогуляемся немного по пляжам, посмотрим, что здесь, как обстановка. Это пляж района Кавказ. Тут недавно люди меня просили: Василий, покажи, пожалуйста, пляж района Кавказ, как обстановка. Собираются сюда приехать. Посмотрите, он здесь очень такой густонаселенный у нас. Сейчас раннее утро, а людей немного. А днем, чтобы вы понимали, ну, сейчас сколько? Примерно 8:30 утра. И видите, да, сколько? А днем здесь будет вообще, конечно, забито. Вот. И море будет вообще полное. И, конечно, пляж. Но есть и хорошие новости. Можно уходить вот туда вправо. У нас дикие пляжи есть. И влево. Потише такое море. Посмотрите, люди купаются. Вот. Они еще, возможно, не подозревают, что может сегодня, кстати, если ветер не поднимется, могут быть медузы. Я постараюсь, конечно, это видео выложить. Только что вот иду с дикого пляжа, там район Темрюка. Тоже люди часто просят, там, Василий, покажи, пожалуйста. Вот, наконец-то я там добрался. Кстати, один дурачок тут сейчас только что в комментариях пишет. Деревенский за колхоз курился, не показывает там какие-то грязные места и так далее. Друзья, я не могу везде успеть. А вот этот вот не понимает, что чтобы вот такое видео какое-то записать, иногда приходится проходить там по 20 километров пешком. И я не могу успеть там на центральный пляж одновременно, на дикий. Здравствуйте. Мы вас смотрели, мы приехали. Да? Да. А вы попадаете в кадр, нет? Там. Не надо, да? Не надо. Ну, передавайте так привет. Передаем привет. Вас не видно, вас не видно. Камера туда. Ага. Откуда вы приехали? Московская область. Московская область? Да, мы вас смотрели. Ох. Долго, выбирали, выбрали это место. Нам понравилось. Детишками, да? Да. Нормально. А почем снимаете здесь? На Кавказе? Да, на Кавказе. Как вам этот пляж? Забитый он, конечно, здесь, да? Да. Нормально. Сказали, нормально? Где-то вы посвободнее есть. Там... Ну, для вас, Московской области, нормально. А для нас, Голубийской, там есть почище пляжи. Вот там вот вообще дикие пляжи есть. Подальше, да, отойдите. Подальше туда, да? Да, там вообще пусто. Я как раз иду оттуда. Ага. Хорошо там. А там тоже, да? Ну, там периодами, как бы, периодами. Есть такие, да. Ну, здесь вообще битком. Кавказ, он такой... Ну, для Москвы самое то. Да, там, ну не как в Анапе, я хочу сказать. Здесь, ну, можно спокойно ходить хоть. А так гуляйте, я советую. Вот здесь вот, там можно найти. Ага, спасибо. Кстати, купайтесь пока. Наслаждайтесь, потому что вот оттуда, возможно, медузы сегодня придут. Они уже вот парочку мы чуть-чуть видели. А там вообще кисель. Вот там, кисель в районе там, Кавказ. Да? Да, я как раз иду. Поэтому наслаждайтесь пока. Спасибо. Ладно, удачи вам, я не буду отвлекать. Вам тоже удачи. Спасибо. О! О, здравствуйте, здравствуйте. Так, будете приветы передавать, да? А, нет, да, все, давайте, удачи вам. Да, спасибо. Все, спасибо вам. Вот, дорогие друзья, идем дальше. Посмотрите, какая обстановка здесь. В общем, гуляйте. Вот ребята, видите, как из Москвы, им нравится здесь. Вот этот пляж как раз для вас вот я и снимаю. Потому что, вот, хочется просто ответить этому. Просто есть такие. Я, кстати, сейчас нашего тут копателя встретил здесь, в Краснодарском крае. Такой человек интересный. Он ходит здесь с водой, с металлоискателем. И он мне говорит: Василий, не обращай ты внимания на этих дурачков. Я, говорит, раньше тоже там закусывался, что-то с ними спорил. Это же, говорит, обыкновенные провокаторы. Просто провокаторы, реально провокаторы. Они хотят тут нам вот отпуск испортить всем, как бы вывести там человека на эмоции. Но как бы со мной это не прокатывает, потому что у меня есть, как сказать, камера, видеокамера. Я ее всегда беру с собой, поэтому вообще как бы мне все равно. Я ради вот этого только и снимаю там. И, кстати, для него как раз сюрприз будет. Завтра вот это видео я покажу. Наконец-то мы туда добрались, на эти пляжи. Даже встретились тоже с нашим зрителем. Я же туда раньше утром пошел, чтобы ребят наших не будить. Иначе по пляжу иногда невозможно бывает пройти. А вот этими, с этими разговорами там, да? Ладно, мы еще сходим туда. Там очень много проблем. Там и мусор. Короче, ну, в общем, не пропустите это видео. Я потом покажу на канале. Сейчас мы перейдем на другой пляж. Сейчас я здесь проберусь среди людей. Вот тут, кстати, домик наши зрители сдают недалеко тоже. Место, конечно, уникальное, хорошее такое. Прямо рядом.
Вот здесь вот у нас район Кавказ и заканчивается вот так вот. Вот этим вот зданием. Оно у нас уже древнее, советских времен. У нас есть жительница интересная такая. Она писала, сейчас я вам покажу вот так обстановку общую района Кавказ. Она писала, что ух, как тут здесь разнесло-то. Я уже какое-то время здесь не был, друзья. Это просто жесть. Она писала, раньше здесь было за счастье снять, короче, жилье. Вы можете себе представить? Вот в этом вот доме, если это так можно сказать, за счастье было снять жилье. Дорогие друзья, это просто жесть. Фантастика, нереально. Я даже не знаю, как тут проходить. Придется нам, наверное, по морю сейчас идти. Так, по морю пройдем все-таки, потому что здесь вы сами видите, да? Уже реально опасное место. Я сейчас еще одну такую интересную девушку здесь встретил. Елена. Мы тут немножко в видео с ней поговорили даже, но она как бы сначала попала в кадр, потом попросила там удалить. Я удалю. Елена, вам еще раз огромный привет. Это как бы вот девушка как раз из таких наших, как, ну не хейтеров, ее сложно назвать. Она такая очень приятная, симпатичная такая. Вот. Но она тоже сначала там со мной разговаривала, что Василий, вы так не так показываете и так далее. В итоге мы пришли к общему знаменателю. То есть поговорили здесь очень хорошо. У нее, видите, как свое мнение, свое видение жизни. У меня другое. А каждый человек рассказывает свою жизнь и показывает, да. Мы же не можем подстраиваться там под каждого человека. Тем более человек, который снимает на канал. Я показываю свою жизнь, друзья. И свои впечатления, свои ощущения, да, какие-то. Кому-то вода холодная сегодня, допустим, кому-то теплая. Вот из той же серии. На вкус и цвет товарищей нет. Они любят тоже отдыхать в Крыму с супругом. Приехали в Голубицкую. Попали как раз на отключение света. Вот мы тоже об этом говорили. А, тоже на меня некоторые люди так наезжали. Василий, мы приехали, света нет, воды нет. Друзья, а я вообще здесь при чем? Я не водоснабжающая организация, не энергоснабжающая организация. Поэтому была авария в Ростовской области. Отключали по всему югу России. Света не было и в Крыму, в Ставропольском крае, здесь в Геленджике, в Анапе, вот по всем вот этим вот городам. Точно такая же ситуация. Поэтому здесь ничего нельзя поделать. Вот такая сегодня обстановка у нас, уважаемые зрители. Вот, в принципе, я вам все показал. Как бы... Здесь у нас пляж Дорожник, кстати. Тоже очень хорошее место. Идем дальше. Я уже, наверное, буду сворачивать. С этого пляжа у нас здесь тропиночка есть. Люди все подходят и подходят. Но сразу говорю, купайтесь, друзья. Подозрительное нашествие медуз на диком пляже. Завтра обязательно зайдите. Посмотрите, как можно снять видео, где, кстати, кому надо, да, на ваши каналы, чтобы раскрутиться. Где у нас кисель сейчас в Голубицке есть. Даже не в Голубицке, а в Темрюке. Вот, на диких пляжах, дорогие друзья. Ох, сегодня много людей будет. Я уже вижу, море просто уже начинает заполняться. Это с раннего утра, это, конечно, потрясающе. А что там на центральном пляже будет сегодня твориться? Я думаю, мы сегодня посмотрим. Я вчера стрим запускал, дорогие друзья. Может быть, сегодня еще прогуляемся. Кто будет рядом, подходите. В том числе и хейтеры, разберем ситуацию. Поговорим. Все, друзья, всем удачи, счастья, как всегда. До свидания.